Всем огромный привет! С наступающими всех праздниками! Я вам сегодня расскажу самый худший вариант развития событий на биткоине, но он имеет место быть. В принципе, наверное, на биткоине, и вся криптовалюта к этому тоже относится. Потому что я сегодня обновила свои цели по CME и увидела такой момент, что цели стали еще ниже. Вот как-то так рассказываю. В прошлый раз у меня спрашивали, сегодня у меня необычно огромное количество разноцветных уровней, каждый имеет смысловую нагрузку, про каждый расскажу. Меня спрашивали недавно насчет моей лимитной заявки, которая стояла вот здесь вот. То есть вы знаете, что я ставлю заявку над уровнями сейчас, я пытаюсь работать на откатах, но меня безумно пугает то, что отката не происходит. Это значит, что никто не собирается никого сейчас стричь, никто не стрижет шортистов, все просто сейчас в наглую набирают криптовалюту. Вот, именно биткоин. Покажу потом, почему я так думаю. И у меня здесь была заявка, которая сработала, но сразу же ее выбила по стопу. Вы видите, да, цена ушла ниже и выбила меня по стопу. Вчера я снова поставила заявку лимитную. Я видела, что нет, все-таки будет еще разворот, и снова поставила лимитную заявку. Мы снова вышли за уровень, мы снова продержались целый день над уровнем, но сейчас начали выходить. Вот как всегда, американская сессия начинает открываться, и график уходит ниже. Вроде бы Азия пытается скорректироваться, а Америка открывается и начинает продавливать этот рынок. Хотя сегодня понедельник, у Азии уже идет именно азиатская сессия. Эти тени мне безумно сопротивление не нравится. Так же, как я говорила про них здесь, что можно было заходить, спокойно забирать цели, были понятны вот этот уровень 4500. Также и здесь мне безумно не нравятся эти тени. Нужно срочно откатываться, нужно срочно выходить за уровень 4300-4500, потому что если мы не пойдем туда, то мы пойдем еще ниже. Цели ниже они есть. И да, действительно, многие поставили заявки на уровень себе 3000 и говорят, что мы их не пойдем ниже, потому что там все поставили заявки. Да нет, конечно, мы можем пролететь этот уровень не глядя, без всяких поддержек, и все окажутся уже, те, кто входит в лонг, все окажутся в убытках. Посмотрите мои розовые уровни. Желтые уровни, они актуальны. То есть уровень тот, который я рисовала вчера, позавчера, когда выпускала последнее видео, он еще актуальный. Нам нужно над ним закрепляться обязательно, нужно идти вверх. Цели ниже, они тоже есть. И можно сходить повыше, продастся, и потом дальше свои цели должны достигаться. Вот, уровень 2990, он никуда не делся, я про него говорила, тем более это биржа Bitfinex, другие биржи могут немножко курсы отличаться. Дальше идет уровень 2250, и дальше идет уровень 1811. Есть, конечно, еще там пониже интересная зона, но про нее сейчас нет смысла говорить, смотрите то, что происходит сейчас, это важно. Потому что обсуждать цели к концу следующего года, мне кажется, вы никогда тогда не станете успешными трейдерами, но только если вы не инвестируете прям уверенностью в криптовалюту. Потому что если вы торгуете, то обсуждайте то, что происходит сейчас, а не то, что будет на конец декабря 2019 года. Ну, пальцем в небо. Вот, поэтому смотрите уровень. Здесь у меня нанесены на графике уровни CME. То есть, кто тоже спрашивали в комментариях и часто пишете в сообщениях, расскажу здесь. CME и Сибоя – это биржи-брокеры. Здесь посредники в Чикаго у нас, которые занимаются именно фьючерсами. То есть, которые торгуют биткоинами фьючерсами, они здесь стали самыми первыми. И на данный момент это самые главные манипуляторы рынка. Ну, на мой взгляд, там, относительно моего ресерча, это самые главные манипуляторы рынка. Поэтому опытные трейдеры за ними следят. Те, кто хоть как-то разбираются в финансах, как устроена экономика, они за этой биржей следят, за отчетами именно там. Они выкладывают свои отчеты, и это все в свободном доступе. Так вот, у них есть лимитная зона маржинальной торговли. То есть, если ты заходишь в шорт, и график идет в обратную сторону, вы знаете, что есть маржинальные требования 25%, 50% и 100%. Вот они на графиках, в принципе, и нанесены. И мне не понравилось безумно. Если раньше я еще видела, что CME были лимитные для лонгистов, то есть маржинальные требования 100%, они были там 3,070, ликвидация 3000, но за уровень, под уровень 3000 они еще ни разу не опускались. Сегодня я увидела, что это уже такие идут даже уровни 2875. То есть представьте, насколько цели стали ниже еще. И вот вы видите красные уровни. Это уровни, когда стригут шортистов. И вот что сейчас происходит. Вот те, кто заходит здесь в шорт, их график вверх просто по маржинальным требованиям 25, 50 и 100. Их просто ликвидируют.
Вот, это то, где мы сейчас находимся. Если мы уйдем еще ниже, то те, кто здесь собрали лонг, они будут ликвидированы по вот этим зонам. Поэтому эти зоны для лонгистов, эти зоны для шортистов. Не нужно пока делать особо скриншоты, потому что эти зоны меняются практически каждый день. Не так сильно, но они действительно меняются. И биржа обновляет свою торговлю. В воскресенье начинаются торги. Вот. Поэтому вы видите, что цели актуальные ниже еще есть. Если вы работаете на лонг, работайте очень аккуратно. Лучше 2% первых потерять, но подождать подтверждение, подождать хороший паттерн и попробовать зайти еще выше. У меня есть лонг сейчас, но я нахожусь подкреплена тоже стопом. Здесь на дневном графике начинает формироваться поджатие. Поджатие — это значит с верхним уровнем, то есть мы можем выйти вверх. Если вы еще не заходили в сделку, подождите закрепление и дожидайтесь подтверждения конкретно именно небольшого хотя бы хоть какого-то отката. Давайте в зоне 4500 можно посмотреть, можно откатиться, но цели должны достигаться. Еще если посмотреть именно объемы, то есть если посмотреть по VSA, вот это в первую очередь слабость рынка. Вот эти вот тени сопротивления вы можете фрактально здесь посмотреть, как они сопротивления сработали вот в этой части графика, и мы ушли выше, и как они сработали вот в этой части графика, то есть смотрите в оба, не залетайте в позиции, не глядя. И как ни крути, но сейчас на биткоине идет жестокий набор позиций. Никого не интересует вообще, как там у вас дела, у простых смертных. Вот. Почему набирают позицию? Потому что, обратите внимание, каждый раз при подходе вниз у нас объемы увеличиваются. А это и значит набор позиций. То есть я вам покажу на графике. Если вы видите биткоин, который, ну, вообще, в принципе, любой актив, фондовый рынок, пусть это будет форс, неважно, фьючерсы, то есть вы видите рынок, который уходит вниз, крупный игрок набирает позиции вот здесь. Если вы здесь как раз-таки на низах продаете, потом отскок случается, ну, большинство толпа, там профессиональные трейдеры, конечно, так не делают, но набор позиций как раз-таки идет вот в этих местах. И если вы сравните с графиком, каждый раз объемы должны именно в наборе позиций увеличиваться. Так вот, если вы посмотрите график, то сейчас именно так и происходит. Поэтому просто набирают позицию. Никто там... Ну да, цели, конечно же, выше, и откат будет, и мы вырастем, у меня есть мнение, когда, немножко позже, но вы можете наблюдать, как цены растут каждый раз, когда мы подходим к низам, то есть на самом пике объем VSA растет, вот, обратите на это внимание. Дальше, недельный график, свеча закрылась не так плохо, она уже закрывается с сопротивлением, то есть где-то здесь показывается покупатель, но мы все равно идем ниже, вы видите, эта свеча. Да, хорошо, что мы закрылись над этим уровнем. Смотрите, как цели очень хорошо достигаются в том плане, что вот наши две недели мы закрывались в одной и той же точке. Дальше мы эту зону пробили, обратите внимание. Но закрылись, буквально вот пару часов назад закрылась неделя, мы закрылись все равно чуть выше уровня. Нам дает это шансы хотя бы на небольшой откат. Но смотрите в оба. Вот ваш первый рейндж, куда может быть откат. И цели внизу вы тоже увидели. Поэтому делайте, принимайте решение, слушайте только себя. Можете послушать опытных трейдеров, как ведут себя они. Я тоже надеюсь на откат, как и все. Но, по крайней мере, я понимаю, почему он сейчас должен произойти. Думайте всегда своим сердцем и всегда своей головой. На этом сегодня все. Помните, что сегодня вообще в последний день курса, когда вы можете, в принципе, последний день, когда вы можете его купить со скидкой 30%. Дальше скидка будет меньше и ее не будет совсем скоро. Посмотрите у меня сайт в шапке профиля. Вы знаете, 14 января стартует мой курс ПРО. У меня будут приглашенные преподаватели. Будет Александр Михайлович вести лекцию про ложные пробои герчик. Потом будет еще один Богдан Заруцкий, это трейдер, который волновую теорию будет преподавать. Будем преподавать я с Арменом. Программа очень насыщенная. Приходите учиться, развивайтесь, никого не слушайте, никаких диванных критиков. Мы действительно готовим очень крутой проект. Посмотрите в шапке профиля, там есть отзывы. Вы можете посмотреть видеоотзывы, посмотреть эмоции других учеников, кто уже отучился в нашей академии. Не ленитесь, образовывайтесь и развивайтесь. Всем хорошего дня. Пока.